начала 2019 года в Славянском районе произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 человек. Одна из последних аварий случилась 7 февраля. 7:30 утра на пересечении улиц Пролетарская и Кубанская водитель автомобиля ВИС, двигаясь по улице Кубанская, не уступил дорогу автомобилю Митсубиси, двигающемуся по главной дороге. После столкновения Митсубиси выбросила на полосу встречного движения, где произошло еще одно столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате аварии водитель Митсубиси, а также водители пассажира отечественного автомобиля получили травмы различной степени тяжести. Будьте внимательны на дороге, не рискуйте своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения.